Автопарк хабаровских перевозчиков пополнился новыми автобусами. На маршрут номер 8 вышли 4 машины на газомоторном топливе. С помощью федеральной субсидии предпринимателю удалось их приобрести со скидкой. Самое главное преимущество этого автобуса – то, что он на газу очень экономичный. Автобус теплый, скоростной, скажем так, мощный. Стоит двигатель мерседесовский. Автобус способен вместить около 110 пассажиров. В салоне установлены видеокамеры, обеспечена доступная среда. Низкий пол и пандус. Он раскладывается вручную. Ближе к лету машины оборудуют кондиционерами. Кондуктор останется. Это просто ближайшее будущее, когда сделаем турникеты и поставим здесь терминалы специальные. Когда уже полностью перейдем на безналичный расчет. Вот тогда кондуктор не нужен будет. Стоимость такого автобуса – 9 миллионов рублей. Однако перевозчику с помощью федеральной субсидии удалось приобрести его на 2 миллиона 800 тысяч дешевле. Машины российского производства доставлены из города Нефтекамска. Мы планируем, что в этом году в Хабаровске появится порядка 90-100 автобусов на газомоторном топливе. Часть автобусов будет куплена за бюджетный счет, и часть автобусов будет приобретена коммерческими перевозчиками. Они это планируют. Сейчас на маршруты в Хабаровске выходят 43 автобуса на экологичном и экономичном газомоторном топливе. Оно почти в 2 раза дешевле дизельного. Пока в городе функционирует только 1 газонаполнительная станция. Место для строительства 2-й уже выделено на улице Карла Маркса. Анастасия Незнанова, Андрей Третьяков. Хабаровск. События.